Отдельная крупная юридическая проблема в проекте – это ссылки на право на самооборону, которые, как это подтверждено Международным судом в консультативном заключении 2004 года, неприменимы в случае, если речь идет об оккупирующей державе. А именно ей в отношении палестинской территории Израиль и является. Мы не видим смысла поддерживать документ, который призван исключительно для одной цели – обслуживать геополитические интересы одного из членов Совета Безопасности. Russia has offered up yet another resolution in bad faith, and this council should not stand for it. Instead, we should come together around the resolution proposed by the United States, a resolution that not only includes but also builds on many elements of the text Brazil put forward last week.